Сегодня, значит, 14 июля, завтра будет уже экватор, лето, и вот я смотрю в окно, и вот у меня не первый раз такое странное чувство, вот, ну, в смысле, непонимание. Казалось бы, новостройка, живет одна молодежь, на часах 11:25, всего-то навсего, детское еще время, еще даже дети не спят. В новостройке горят два окна, всего лишь вон по одному стояку, правому, два окна. А это все сюда выходит, однушки, раз, два, три, четыре всего-навсего стояка, вот. И все это однушки, ну, то есть много людей живет, это не так, чтобы там трешка и там живет один человек. Всего два, в двух квартирах не спят. И вот смотрим на хрущевочку, в которой живут бабушки. 10 я насчитала, это еще левая часть не видна. В 10 квартирах горит свет. И как кто-то не вешает там белье, так обязательно это бабушка. Вот, серьезно. Молодежи и не увидишь, по крайней мере, на балконе. Вот странно что-то. В общем, сегодня на море был очень жуткий шторм. Я прихожу, просто пустошь, никого нет. Вот. И я, как всегда, ничего не знаю. Я прихожу и только узнаю потом, что, допустим, или сильно море похолодало, я этого не знала, или же штормовой ветер. Вот. И, значит, залажу в воду. И начинает меня жутко накрывать просто волнами метровыми. И у меня начинается просто... Я вообще шторма абсолютно не боюсь. Плаваю я хорошо, для меня как рыба в воде. Вот. И, ну, накрыло, и что накрыло, и это не страшно абсолютно. Вот. Но тут у меня начинается паника, потому что у меня такая штука, как кресло, в котором... Я с собой взяла поплавать. Она у меня была, я на ней лежала. Вот. И, значит, я думаю, как же мне не потерять это кресло, потому что когда сильно бьет волна, то просто выбивает его из рук. Это, во-первых. Во-вторых, на мне были сандалии Крокс, которые что-то тоже стало сносить. Я думаю, как бы их не потерять. В-третьих, я думаю, как бы не снесло купальник. И в-четвертых, меня стало отшвыривать на валуны, которые прямо вот при входе в море, огромные там камни. И вот несколько раз было, что меня на них кидало, когда выходишь. Один раз я чуть не раздробила, значит, коленку. Это очень опасно. Я думала, то есть вот четыре фактора, и я уже началась паника. Я думаю, так, все. Я только зашла, прошло там несколько минут. Я думаю, нужно уже вылазить. К счастью, мне повезло вылезти нормально, без приключений. То есть меня не отшвырнуло на камни. В общем, я вообще люблю купаться в шторм, но каждый раз это какой-то экстрим, адреналин. Вот... Поэтому не советую никому так делать. Тем более людям неопытным. При мне на Учкуевке, на северной стороне, девчонку, причем у которой рядом были родители, там они что-то тусили, и ее просто унесло, она стала кричать. И какой-то аж мужик в одежде кинулся ее спасать. Потому что шторм очень опасное дело. И не зря весь пляж сегодня был пустынный.